Итак, Вов, получилась очень интересная игра против команды «Открытие». Мы сначала проигрывали, потом взяли и разгромили соперника. Скажи, ожидал, что такой результат получится? Нет, не ожидал. Думал, будет упорная борьба. Думал, как будет тяжело играть. Вначале играли как бы своими играми. Чуть не собрались, пропустили гол. Но потом как-то играли свою игру дальше. У них просто, видимо, ворочика нет. Они орали между собой. А мы просто играли свою игру, и как бы получилось так, что счет 1-3. Если есть один эпизод, когда команда во втором тайме пропустила два мяча, не боялись, что сможете потерять заработанное преимущество, которое удалось добыть в первой половине? Не понял вопроса. Ну вот когда пропустили два мяча, не было страшно, что возьмете и растеряете все то, что удалось заработать? Да нет, так получилось, что пропустили пару. И дальше играли свою игру. Просто соперники нервничали, но мы играли свою игру и спокойно выиграли. По слухам говорят, что вчера вы были в Москве, а сегодня попали в Питер. Как это получилось вообще? Да, решили с другом съездить, погостить просто друзьям. И вот вчера утром выехали, и вот приехали 2 часа назад, как бы перед игрой. Ну и все. Ну, вообще, как оцените вот ваше дальнейшее прохождение по турнирной сетке? Вот с такой игрой, как думаете, до кого вы можете пройтись и добраться до финала? Ну, я думаю, если играть так же, как играли сегодня, слаженно, то можно сыграть с любой командой, независимо от силы их и от их успехов. Нельзя смотреть то, что они сильные, и расслабляться, или сдавать руки. Нужно всегда биться до конца. Ну, как бы так. Спасибо. Удачи вам.